Василий Чапаев, Иван Яковлев, Андриан Николаев. Эти имена известны всем, кто интересуется историей чувашского народа. Сотрудники культурно-выставочного центра «Радуга» подготовили просветительскую квест-выставку «Лица чуваши». Фотографии и художественные портреты, как свидетельство той или иной эпохи. У каждой свои герои. Помнит ли их молодое поколение? Ответ на этот вопрос организаторы решили искать в необычном формате. На выставке можно увидеть целую плеяду замечательных ученых, просветителей, военных героев, лиц культуры, которые прославили нашу республику. И их имена вписаны не только в историю России, но и в мировую историю. Люди могут не только посмотреть на архивные фотографии, на уникальные портреты из гуманитарного института, но еще и проверить свои знания и узнать что-то новое, выполнить необычные примеры. Квест-выставка предполагает интерактивное общение с посетителями. Отгадать, кто изображен на холсте или снимке, непросто. Без знания истории здесь не обойтись. Ребята получают анкеты с заданиями. Задача – ответить максимально быстро и правильно на вопросы по истории республики. Эта экскурсия очень просветила нас. Мы очень много узнали о чувашском народе и о нашей культуре. Мы, получается, увеличили свои знания. Я считаю, что такие экскурсии действуют только на благо. Молодежь знает о своем народе. Первый квест «Старые Чебоксары» по произведениям художников Акциновых был организован 4 года назад. Форма общения понравилась посетителям. И с тех пор такие выставки стали традицией. Дарина Игнатьева, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков. Республика.